насколько быстро, скажем так, можно вот такой большой телеканал, как ЭТВ, такую структуру перевести просто на интернет-платформу? Я считаю, что вы могли это делать, начинать уже делать заранее и готовиться к этому. Просто у вас уже есть, на самом деле, вы уже начали это делать. У вас, по-моему, порядка 4 миллионов просмотров на вашем официальном канале YouTube. Все, что вам нужно сделать, у вас очень посещаемый и хорошо раскрученный сайт, который, помимо видео, там практически все синхронно выложены. И даже для людей, которые там визуально не могут просмотреть, они даже там, для людей без незрячих, они могут при помощи специальных устройств прочитать эти все тексты и так далее. То есть он даже приспособлен для, с этой точки зрения. Поэтому все, что вам нужно сделать, это просто перейти на вот этом этапе без каких-то там закупки какого-то дорогостоящего оборудования, которое будет все это транскодировать в интернет и так далее. Можно уже вещать в интернет полноценно, и вас будут смотреть, потому что ЭТВ уважает, ЭТВ любят, и ваша аудитория, она вся находится где сейчас? В социальных сетях, да, ВКонтакте, в Фейсбуке и в других, там, в Одноклассниках, и там они, все эти социальные медиа, там предусмотрена возможность встраивания видео. Ваш весь эфир построен на сюжетах. Новостные сюжеты, вот какие-то такие круглые столы и так далее. И вот, собственно, вы просто их в том же порядке, в котором они выходят в эфире, просто выкладываете туда, и все. У вас практически все готово для того, чтобы стать интернет-каналом. И я считаю, что вам очень сильно повезло. И вот это решение суда сегодня толкает вас стать современными быстрее, чем всех остальных, не только в нашем городе, но и в нашей стране. И вам, чиновники, и наши политики сейчас оказывают огромную услугу, потому что вы будете, ну, если вы все правильно сделаете, впереди планеты всей. Я с удовольствием вам помогу своей головой, руками, чтобы сделать это более мягко и плавно, и желательно не очень заметно для ваших телезрителей. А аудитория ваша расширится, и мало того, ваши рекламодатели получат наконец-то измеряемый и очень... конкретный инструмент, в том числе для продвижения самих себя, своих там услуг, продуктов. Борис, поэтому это позитив, я считаю.